передачей функций туризма Министерства культуры и спорта будет особое внимание уделено спортивному туризму. Это тоже как вид спорта у нас, и мы будем больше развивать. Но туризм вот, в плане спорта, значит, это проведение таких крупных международных соревнований. Например, мы в стране проводим более 30 международных спортивных соревнований, на которые приезжают не только спортсмены и тренеры, но и болельщики, журналисты. Это те люди, которые действительно приезжают в Казахстан, кроме своей основной деятельности. Они, естественно, видят нашу страну и информируют общественность мировую о том, что проводится в Казахстане.